я-то принадлежу к оптимистам, к разряду оптимистов, поэтому и стихи, и песни я пишу такие, которые за Россию. Я верю в то, что светлое будущее, и в то, что, безусловно, Россия ждет такое развитие, причем развитие во всех масштабах. Меня смущает только, конечно же, демографический кризис, он просто неминуем, потому что нас всего там 143 миллиона, кажется. Россию ждет взлет, экономический подъем, духовный, военный подъем. Это характерно не только лишь вот для внутренних тенденций, но и для внешних тенденций. Россия в настоящее время является опять тем вторым центром тяжести в мире, к которому тянутся, например, все арабские государства. Я думаю, что правы и те, кто говорит о опасности распада и загнивания России, и те, кто пророчит ей великое будущее. Потому что в нынешнем своем состоянии в России потенциально содержатся оба этих пути, обе этих возможности. Ну, я как человек, который в сознательном возрасте пережил распад СССР, я понимаю, что возможно все абсолютно. Весь мир вокруг – это, в общем-то, отражение нас. Чем больше людей будет верить в хорошее, видеть хорошее в каждом проживаемом дне, делать что-то хорошее, тем лучше будет. Просто так все ругать, критиковать – это просто неэффективно. Будущее строим мы сами. Чем больше у нас будет людей, которые считают, что в России ждет блестящее будущее, тем больше вероятность того, что в России будет состоится это блестящее будущее.